Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Алексей. Сегодня я рад представить вашему вниманию свое новое видео по обзору модов для игры Euro Truck Simulator 2. И на этот раз снова уже который раз подряд ко мне попадает на обзор Manta GA. Данная модель прописывается в отдельный слот, покупается в автосалоне MAN. Авторами данного конверта, данного трака являются Стас 556 и Дмитрий 68. То есть, если вы помните, раньше они выпускали американские траки, некоторые там были у меня обзоры на некоторые из их творений. Вот, собственно, ребята сделали MAN, сделали европейца, ТГА, MAN ТГА. Ну, собственно, что касается внешнего экстерьера, да, так скажем, в принципе, модель выполнена довольно неплохо. То есть она имеет также собственный салон, как вы уже успели заметить, по взгляду снаружи. И какие-то другие отличительные черты, ну, которые уже у нас проявятся в процессе обзора, мы на них посмотрим. В принципе, внешне модель выглядит неплохо, у модели имеются свои собственные колеса, как передние, так и задние. Ну и, в принципе, хрома тоже довольно выполнена неплохо, рама также тоже выглядит довольно хорошо. Давайте, наверное, посмотрим, что из себя он, собственно, сам говоря, представляет. У нас две кабины, то есть это низкая кабина и высокая люксовая. Здесь вы уже сами, как я и обычно люблю это говорить, вы уже сами выбираете, какая вам более-менее нравится. Ну, давайте поставим высокую. Три варианта шасси, то есть 4 на 2, такое же, как у нас стоит сейчас, 6-2-4, то есть с подруливающей осью, и 6 на 4. Здесь вы уже также выбираете, собственно говоря, как вам удобно, я поставлю 4 на 2. Двигатель, ну здесь мы в принципе ставим самый мощный, коробка с ретардером. Как я и говорил, модель имеет собственный салон. Единственное, что я, конечно, поменял, это руль. Мне кажется, здесь не совсем подходит руль от стандартного мана к ману ТГА. Мне кажется, здесь должен быть немножко такой более старый, другой модификации, да, другой модификации. Ну, в принципе, салон выполнен довольно-таки неплохо. То есть у нас высокая крыша, так как установлена высокая кабина, в принципе, обзорность у нас хорошая. В зеркала все видно так, как нужно, то есть в переднее, в боковое, в дополнительное и в левое. В принципе, всю подсветку, анимацию мы уже проверим в процессе, собственно говоря, после того, как приобретем данный трак и уже оглядимся со спальника. То есть здесь установлена такая шагающая камера, которая была в одном из кенвертов, длинный кенверт выпускался этими авторами. Вот, собственно, там была эта камера, ну да ладно. Дальше, что касается покраски кузова, поддерживается покраска кузова как в стандартные цвета, так и в цвета пользователей через СТО. Давайте выберем желтенький. Что касается тюнинга, как я и говорил, прописаны здесь свои отдельные колеса, то есть они называются ТГА, ровно как передние, так и задние. Ну вот, заодно я решил показать сразу, как у нас работают фары, то есть они светят у нас синим таким голубоватым светом, если можно так выразиться. В принципе, дополнительные огоньки тоже неплохо горят. Ну и задние фары здесь уже так не особо видно. Но, в принципе, это все заметится, будет заметно в ночное время суток. Далее, что касается тюнинга, то есть здесь присутствуют кенгурятники. В принципе, все кенгурятники здесь стандартные, переключать их смысла нет. Дальше, что касается зеркал, у нас здесь идут только одни пластиковые зеркала. Здесь у нас есть возможность установки вымпелов, то есть они видны как внутри, так и снаружи машины, то есть можете сделать вот такой небольшой себе тюнинг. Чуть выше у нас расположены шторы, то есть они также сразу добавляются полным комплектом, да, то есть как лобовая, боковые и уже, собственно, занавеска салона. Дальше у нас есть два козырька, то есть простой заводской вариант и MAN Top Used. То есть здесь вы уже также выбираете на свое усмотрение, какой вам больше нравится. И чуть выше у нас расположены лайтбары. В принципе, они все стандартные и поддерживают установку всего того, что у вас уже, собственно, есть какие-то другие модификации, там, на, допустим, какие-то фигурки и прочее, прочее, прочее. Также, что еще стоит сказать, из выхлопной трубы у нас постоянно валит дым. Я не знаю, если честно, можно ли его здесь как-то отключить. Вспомнив, по-моему, Питербилд, у меня был обзор на один из Питербилдов. Там был путь к прописке, где это все дело можно отключить.
Ну вот, собственно говоря, на этом и все, в принципе, что можно сказать по данному траку. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Вы поставите ему лайк, подпишитесь на канал, поделитесь им со своими друзьями. На этом все. С вами был я, Алексей. Желаем всем хорошего настроения. Всем удачи и пока.